астрологический прогноз на 21 сентября 2024 года. Это суббота, Луна находится в знаке Телец и действуют рекомендации 19-х лунных суток. День дополнен жесткой энергией. Хорошо наводить порядок, освобождаться от поломанного и ненужного. Хорошо нагрузить себя физической работой. Благоприятно принимать оздоровительные процедуры и участвовать в духовных церемониях. Знаки огня. Овен, Лев, Стрелец. День хорош для решения финансовых и материальных вопросов. Возможно получение денег, возможно удачные покупки. Также в этот день возможны выгодные рабочие предложения. День хорош для оздоровительных мероприятий и для наведения порядка. Однако возможны срочные расходы, связанные с новыми проектами. Знаки Земли. Телец, Дева, Козерог. День хорош для украшения своей внешности, для заботы о детях и для участия в развлекательных мероприятиях. Хорошо заниматься творчеством, строить планы на будущее, делать покупки. В этот день возможны срочные расходы на украшения, на праздник. Благоприятно соблюдать правила и в любых жизненных обстоятельствах держать лицо. Знаки воздуха. Близнецы, Весы, Водолей. День хорош для тихой, спокойной деятельности, благоприятно заботиться о близких и участвовать в семейных мероприятиях. Возможно, удачные покупки в дом и завершение долгого дела. День способствует духовной деятельности. В этот день хорошо исправлять ошибки и искать потерянное. Знаки воды. Рак, скорпион, рыбы. День хорош для встреч, поездок и покупок. Хорошо быть в кругу единомышленников. Хорошо обсуждать совместные планы с единомышленниками. Благоприятно все новое, модное, интересное. Однако благоприятно действовать по плану. В этот день сработает поговорка «Все новое – это хорошо забытое старое». В этот день даже беспокойство приведут вас к замечательному результату. Дорогие друзья, я желаю вам удачного дня. До встречи завтра.